Грузики. Так, а на России есть интересно что-нибудь? А, о. Не, ну мне нужны подарки. Чем дело? Что-то не густо. Так, самый. Ага. Там нету. Ну, значит, повезем вот это. И тут рядышком. 200 километров. Километров. А у нас 200 километров. Хорошего пути.
зацеплюсь. Удачной дороги. Да неужели в самом деле? Ладно, поехали. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Сейчас съедьте. Расчет нового маршрута. Когда возможно, развернитесь. Вычисление нового маршрута. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Ищу новый маршрут. Развернитесь, когда будет возможно. Сейчас отремонтируемся и развернемся. Тысяч ремонт, да. Так, кстати, надо. Блин, так, кенгурятник уже можно сюда. Передний бампер, кенгурятник. Так, а что можно сюда воткнуть? О, вот этот подойдет. Да.
Все. Полетели. Поехали. Так, передние. Так, подсветку приборов ставим на максимум. Все. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Держи.
Сейчас съедьте. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Успешно прибыли. Груз доставлен. Так. Теперь ищем отсюда груз. Так, так, ой, это далеко, не наладит. А где-то по местности. Так. Помидоры нам не нужны. Нам нужны подарки. Здесь нету. Это тоже назад, да? Ну вот сейчас с ними поедем. Так. Приятной поездки. А, кстати, это. Диана сказала, что она не говорила Мише, что она отдала деньги. Да? Вот Диана сказала. Что не говорила. А, что скидывала? Да.
Так. Сам груз. Что-то я юмора не понял. Какие 128 километров? Вы что, курнули, что ли, товарищи? А, это мне за него ехать, за ним ехать еще надо. Блин. Да ну нафиг. Нафиг надо. Я возьму то, что поближе есть сразу. Зачем мне, блин? Неизвестно куда еще тащиться. Флоренция, Верона. Ну ладно, поедем в Верону. Если ближе ничего нету. В любом случае, вариантов немного. Все готово. Приятной поездки. Не говорю, Леня. Сейчас съедьте.
Будьте внимательнее на дороге. Поверните налево. Поверните налево. Держитесь правее. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Поверните налево. Изменение маршрута. Ой, господи. А, у меня база вон, ёлки-палки. Блин, поверните навигатора. Что я ни черта, у меня не вижу. Поверните налево. Приехали. Конец пути. Груз зацеплен. Удачной дороги. Так, ставим на паузу пока. Так, ну что ж, едем дальше. У нас проблема решилась. Надеюсь, что ее больше не будет. Ох. Так. Груз зацеплен. Удачной дороги. Начинаем движение.
Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Сейчас съедьте. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо, затем поверните налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Сейчас съедьте.
заправиться, что-то баки у меня совсем маленькие. Ой. Скания в этом плане уступает, точнее, он уступает Скании и Вольвешнику в плане объемного бака. Будьте внимательней на дороге. Хороший пути. Не стало что-то снять.
Поверните направо. Поверните налево. Приехали. Так, этот груз довезли. Груз доставлен. Да. Так. Так. Все готово. Приятной поездки. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Вы прибыли. Груз зацеплен. Приятно. Удачной дороги.
Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Да, надо будет, кстати, место заехать, поменять колеса, но ты вообще передние.
Ой, сколько бабок-то. Тачку наворочу и бабок побольше. Ай, да. Первый съезд. Сейчас съедьте. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту налево. Иван, здорово, удачной дороги тебе. Поверните налево, затем поверните налево. Поверните налево. Успешно прибыли. Груз доставлен. Это хорошо. Так, 5 отвезли. Теперь в следующей части еще 5.